Так, я уже запутался. Так-то два своих, а третий где? Под нами, наверное. Выживает как может. Мне казалось, у тебя ногу оторвали. Бабах. Что? Да, мне удалось поймать твой сигнал, я хочу помочь. Думаешь, мне для этого нужно больше людей? Как ты убил эту штуку? With my bare hands. I would have shot it, but I was cleaning my gun when they swarmed the camp. The ugly bastard knocked me down and started dragging me down into these caves. I managed to get my knife out and get a good throw into his back. Once he was on the ground, all it took was a bit of choking and punching to finish him off. На вид несколько неприятных ран и вывих сустава. Типа, за что ты мне попалась? Thanks a lot, Doc. I think I should be able to walk out of here now. I don't want to risk running into a pack of those freaks alone, though. Could you escort me out of here? Чем мне нужно очистить пещеры? Are you crazy? No way in hell am I going deeper into those caves. You haven't seen what they did to the other troopers, and I'd rather not find out why they took all of the bodies. Если мы не очистим пещеры, выйдет, что твои товарищи погибли зря. All right, you have a point. They were good men and deserved better. Can't guarantee I'll be much help against their numbers, but I'll do what I can. Chances are we won't get out of here alive anyway. Правда. Так, не надо, не иди. Так. Бабулька тащит. Давай, пойдем. И давай. Вперед, 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 вперед. Вперед, вперед. Так, где она здесь выронилась? Во. Бэйби. Что значит? Ты не видел. На тебе, бэйби. А, сломался. Дай сюда. Сейчас я починю, бэйби. На, бэйби. No time to talk. We still got fish heads to deal with. А у меня появилось задание хоть? Нет. Надо просто прикончить всех. Это сложно. Мне подсказывает, что здесь не очень хорошо. Ну,
А где он? We still got fish heads to deal with. Чё, придется плавать. Не знаю, куда ещё идти-то. Ты. А где он-то? Понял, где он. Понятно. Keep it down. We don't want to alert the freaks. Это все. А что делать-то? То есть задание не началось, окей. Короля мы убили. Ты не хочешь уходить отсюда? Ну окей, пойдем назад. Пойдем нормальным путем, окей. Ну ему же не хочется возвращаться на... через воду. Я бы вернулся и посмотрел, что там такое. Все уже, да? Или нет?
Ну да. Здесь три выхода аж. Или наоборот, три входа, можно сказать. Ну, пофиг. Thanks for getting me out of there. I better get started back to California. Эй, ты сказал, что поможешь очистить пещеры. I know, but now that I can see the way out, I'm not so sure. I'd rather not join my dead buddies anytime soon. I'm gonna start heading back to California now. I'm not about to let myself get killed by future NCR incompetence. Спокойного путешествия. If you find my friends, please return their dog tags to the NCR. If they won't listen, do what you can to make them listen. The dead need to be avenged. Кастет. Наш способ изготовления. Давайте расчистить оставшую часть тропы. Нет, там. Пользуйся личной, которую добыл за последний месяц скоро. Потребление выделено, идет. Я вроде всех же убил. Почему он бежит назад? Ну, я все убил. Всех. Всех, все. Все. Thanks for helping me out. I won't forget it. То есть, да, это тоже выход, ну окей. Он не может выпасть. Нормально, отлично. Давайте будем боковать все квесты. Я хочу посмотреть, куда другой выход ведет. Он там задохнется, захлебнется, мне плевать. А, вот что еще пропустил. Почему? Куда я шел тогда? А я не помню. А я не помню. Куда же шел я? Да, шел я. Так вот что-то шел. Потом. Там. И выход. Это тоже на Маховской. Я думаю, это может продолжение. Mm.
Ну, ок. Первый ермит. Место крушения F. 29. Так, куда мне идти-то? Почему я не сюда? Окей. Презренный. Я, правда, не знаю, как на дамбугуверы попасть еще. Вижу его. Правда, я не знаю, как плавать подольше. То есть я его найду, но как мне его обыскать? С таким количеством воздуха. Или вообще на это насрать, как бы. Окей. Пещера озера Мид. Где пещера? Поехали. Побыстрей. Я ни в чем не застреваю, игра. Хватит. И чё? А где мне здесь? Это божественный геймдизайн. Нету ничего на задержку дыхания, нет? Все, вот что я хочу? Ну? То есть мне надо туда вот проплыть? Вы что, издеваетесь, что ли? Что это за бред? Глупо. Я не буду проплывать. Теперь бы еще найти выход. Сприж. Боже, бред. А как она... Бред, бред. Просто бред. Мне не хватает воздуха. Игра и так залочена на 60 FPS. Извиняюсь.
я не знаю, что тут может вызвать. То есть, ну, бывает, когда FPS там физику, то есть, ускоряет скрипты, то есть, там, например, в Painkiller'е мост там падает быстрее, чем нужно. Все такое, ну. Я не знаю. Ну, это вроде, ну, какого это игра, 2009-2010-го. То есть, в чем проблема? Wipe up. What's the problem, man? То есть, форсом лично я выйти не могу. Ну, никак. Или могу, но... Не знаю. Ну, как-нибудь там поинтересно. Видите, все. Окей, надо помогать. Давай, высылай людей. Капитан Желез Беттерс, мне нужно подкрепление. I'll be honest. The Legion has me worried here, but I think I could spare some soldiers. Consider your request granted. Hot damn, look who it is. Капитан Жиль, нужно подкрепление. After what you did getting my misfits whipped into shape? Yeah, I could spare a couple boys for Bitter Springs. I'll issue the dispatch orders. Надо еще в Блэкбурн сходить. То есть, в сущности, я посмотрю всю карту, на которую могу попасть. Хотя бы. То есть, честным путем. Или я не знаю, как попасть на дамбу. Ну, то есть, на дамбу Гувер наверняка. Там, пройти как-то вот в лагерь легиата, это уже посложнее. Кто это там? А, гикунтики. Гикунтики. Типу-типу. Миядзаки. А, мне показалось, что я в воде. А что, они здесь умерли? Или это продолжение? Нет, это не продолжение этой пещеры, а слишком далековато. Давай. Я ожидал тебя выебить.
кто тебя убил? И даже каким способом? И с какой скоростью? То есть это все, что с легенды можно получить, окей. Я ж тебе дал, бэйби. Почему ты не пользуешься? What? Where is baby? Видимо, сломана она, выкинула. Чертям собачьим. ПЗТ. Пошло все нахуй. Только что-то долго как-то. О мой бог, так долго, далеко идти. Не, я заметил, но что-то после того, как прошел. Так у него ничего нет. Не знаю, как с ней начать. Что произошло в той драке? Почему ты не принимаешь лекарства? И кто это собирает? Прям и то, и все. Кто это? Он уже увидел. Правда, это не то немножко.
И как? О, нет. Какую-то там пещеру вышли. Это ты устроишь налёты на лагерь беженцев? Refugee camp. Is that what they're calling it? Good old NCR. You can whitewash anything. Let me tell you something. That refugee camp, it's built on the blood and tears of my people. Nobody likes to talk about it, but I remember. А люди в лагере невинны в гибели твоей семьи. Это беженцы. I know that, but what else can I do? Хану уже не первый год живут в каньоне Редрик, пора оставить ненависть в прошлом вернуться к своим. Maybe you're right. Maybe 3 years is vengeance enough. Thank you for helping me see that. Here, this will unlock the supply caches we left in caves around these mountains. You might get some use out of them. Представляешь? Да, я бы тебя видел еще, знаешь, иногда. Что я взял? Он в одиночку просто пытался всем противостоять. It's so romantic. Чё мне там для неё ещё надо? А, это для уже для другого. А? Что? Еще проверить пещеру? Чем? Ну ладно. Ну я так и понял, что это хана, конечно. Ну а кто еще на НКРТ-то обиды из-за Bitter Springs? Пещеру скат великий хан. Какой-то.
Подожди, еще одно? Да нет, наверное. Foxy NCR. Hey. Ну давай поговорим. You're back. Any... В графике есть пещера, да, мне удалось найти эти ящики с припасом, возьмите. Where did you get this? You know what, it doesn't even matter. Thank you. This will be a tremendous help. Нападения на лагерь больше не будет, они вас больше не побеспокоят. You did? Who was it? Any information you could give me would be a big help for my reports. Это был рейдер Великий Хан, он обосновался в горной пещере. Really? Well, this canyon used to be a great Khan stronghold. I suppose that explains why he was able to evade us so easily. Есть предположение, почему Великий Хан оказался так далеко от каньона Редрик. About 3 years ago, NCR's first recon launched an attack on the Khan encampment here. There was a communication mix-up that resulted in some non-combatants being killed. I guess he was still bitter about it. It was a tragic mistake, but we've done all we can to make amends. Нет, вы ничего не сделали. Например, со стороны похоже, что я, кажется, заодно выгнал ханов из Биттерпресса. We provided medical aid to the wounded, all the wounded, and permitted them to settle at Red Rock Canyon. Окей. Ладно, с этим покончено. I don't know how you did it, but thank you. Чем я могу помочь? At this point, I'll take any... Что за запись ты слушаешь? Do you bring us presents, Grandma? Well, now, I don't know. Have you been good to your mommy and daddy? Yes. Well, let Grandma see what you've got. I want to remember them. So I take that old tape out from time to time and listen. Что странно, она тише, чем эта запись. Почему тебе сложно их помнить? It's my medicine, dearie. It keeps me calm. But it makes my memory go all fuzzy. That's why I only take my dosage every other time. That way, at least, I remember their faces. Лили, я хочу поговорить с твоим лекарством. Oh, don't you worry your silly little head about that pumpkin. Grandma knows what she's doing. Принимай свои лекарства 4 раз, так ты не забудешь свою семью, риск того стоит. Все хорошо, сделай так. Вынимай свои лекарства наполовину реже, чем предписано. Она будет страдать от психического расстройства, только если ее здоровье не достигнет четверти от нормы. Но она будет выходить из боя, если вы начнете двигаться. Скрытно. Окей. Давайте кое-куда. Сейчас. Гребаный фрисайд, фрисайд, фрисайд. Знаете, что мне не понравилось в этот четвертый? Что он не всех напарников можно как с легкостью. Ну, так скажем, пройти их миссию на лояльность. Или поговорить. То есть там тоже 3 раза, но там надо взламывать. Типа, я люблю взлом. Я люблю, чтобы ты жрал человеческие мозги. О. Так, может, все? Hello again, dear. Нам пора расстаться. Да, я тоже буду идти скучать. А! Да, точно, у меня все равно нету стелс-боя, как рейтинг на 200% больше.
Такой на 200% больше. В чем дело? Пойдем со мной. Что ты думаешь? Что скажи себе? Аркейн, я спрошу, потому что мне интересно, не зажимайся. I'm 30-ish. Well, late 30s. I was born west of here. I was an only child and spent most of my time with my mother. My father died when I was young and I never got over it. Oh, and I like medicine and reading books about failed pre-war socioeconomic policies. Right now, I'm sure you're asking yourself, why hasn't some lucky man scooped this bachelor office? Like I said, I'm boring. Почему ты не любишь говорить о себе? Some people do. I just don't. Look, I appreciate that you're trying to be friendly, but I'd just rather not. Ты можешь делать больше? No, really. Have you ever snorted a ground-up Cazador venom sac? Neither have I. But I can guarantee you that a Freeside junkie has. Всегда уклоняешься от личных вопросов. Only to obfuscate my past association with a fascist paramilitary organization. I'm joking, of course. I will deflect personal questions at any opportunity. Honestly, it isn't too difficult if you have half a brain and aren't a complete jerk. I wanted to help people and I enjoyed learning, so I signed up. New Vegas is in trouble, so I came out here. If someone doesn't step up and try to help the people here, it's going to end very badly. Это учился на медик. Followers taught me everything I know about medicine. Despite our humble abode here in New Vegas, we have great facilities back in the NCR. We may have overextended ourselves by setting up camp in Freeside, but the people here need help from someone. If not us, who? Скажи себе. I'm really very... Пойдем со мной. There's something about that robot that doesn't seem all right to me. I'm not saying we shouldn't take it with us. I'm just saying that if it were to fall into Lake Mead and be irreparably damaged... And if you threw an EMP grenade in after it, well, there are worse things happening in the world, right? Почему так, тебе так не нравится Эдди? It just seems a little twitchy. Some of these robots, you look at them the wrong way, don't screw in a vacuum tube right. Эдди все правильно прикрутил. Pile of ash on the floor and someone stepping out of a vertibird to sweep your remains into a Nuka-Cola bottle. Ты параноик. Does it? I'm not exactly a mercenary, but taking out scumbags of this magnitude wouldn't cause me to lose any sleep. Hello. What's up? Что ты думаешь о текущей ситуации? It could be better. If we can find a way to work toward the independence of New Vegas, that would be ideal. But really, as long as you don't help out the Legion, anything's better than that. Расскажи себе. Hey, good to see you. You'll need to... Привет. Hey, you're the one who's been going... Эй, ты помогаешь людям. А мы короли. Будем пить рок-н-ролл. Бич. You have to hand it to the NCR. Get enough hands working together and they can make or break just about anything. Давайте попробуем. Стой здесь.
I'll be here. Я просто попробую. Просто. Ну, тварь, давай. Не подслушайте. This is where your trail runs cold. This is where your trail runs cold. Aha! Had enough! Ну, например. То есть, он ждет меня всегда. То есть, сущности, окей. Окей. Я ни о чем не говорю. Я так понимаю, обезвредить поезд я не смогу ни при каких условиях. Так что все хорошо просто. Да. Что ты ему сказал? Все, он теперь точно будет стоять и не разговаривать. Пока... Ты тупый, что ли? Я не понимаю. Окей, просто идеально. Про роботку. Это нормально, да? Что он... Скрипты? Well. Well, I'll leave that to you. But I would rec... Is that... There's a lot of communications equipment up. You've already done us a lot of good. But I'm... But he may not know... Report... Yes, what is it? I appreciate your concern for Bitter Springs. You've already been quite helpful to the NCR. I suppose it's only right to return the favor.
Мы не можем найти какие-нибудь? Будет прикольно, если он не сможет зайти в дверь. Это будет очень прикольно, но не очень хорошо для меня. Потому что он застрянет. Так, вот здесь сохраняй где-то, да? Потому что я его могу догнать. Не, я признаю, что я могу ломать игру, но в то же время игра должна... Ну, то есть, он же не может знать, ходил я за ним, блять, или нет. Он все равно должен читаться. Здесь вот в чем прикол, он все равно должен сделать. It's so beautiful. Пожалуйста. И нахуй игра. Просто задание богов. Ну давай. This is where your trail runs come. Не, ладно, пускай взрыв будет. Насрай. Игра не дает. Игра говорит, типа, вот. Вот так вот. Он всегда будет знать, что ты. Он даже будет просто стоять и ждать тебя. То есть нет бы там, типа, проверил там. Читающий телефон будет до последнего орать. Типа, ай, разрядился, мужик. Where are you? I need help. I need my power. Это настолько бредовый квест. Почему не сделать шанс того, что, например, обыскать его комнату? Почему не дать шанса... А шанса тебе все-таки разрядить бомбу, понимаете? Yes, what is it? Ну ладно, ну иди нахер. Я подожду еще. Мне нужно кое-что проверить еще раз. И знаете, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы если чего... Да заебись их, ебать. Тьфу, нахер. Все, это бред. Почему? Письменность. Ничего нет. Там ничего нет. Там ничего нет. То есть... Я не могу ни с кем поговорить. Я не могу обезвредить. Я не могу ни хера не могу. Вот в чем проблема. То есть у меня нет в сущности шанса. Шанс ноль. Ноль. Нет, у меня есть сейф.
Это я еще шел за ним. Потрясающе. То есть, я не думаю, что мне дадут обезвредить. Потому что, ну и... You got... Haven't you done enough? Десять из десяти. Кодируй, фу, программируйте, кодируйте, пишите коды. Еще. Игра вылетает, вот так вот при том вылетает. Я закрыть невозможно, практически. Никак, вот только вот знаешь, вот так вот вслепую щупать в приложении. Вот серьезно, вслепую щупать вот это. Диспетчере задач, то есть там проверять все. Это все, что я могу. Это я вчера только выудил такой способ. Вслепую просто разбираться, включать. Хочешь? Нормально.